более десятка партий допущены до участия в выборах без сбора подписей. То есть им нужно проходить этот тест-этап. Это и достаточно сложный этап, где возможны какие-то ошибки. Я не помню вот забытность мою общественницей, чтобы была такая конкуренция между кандидатов на одно место в нашем законодательном собрании. У нас на 27 мест выдвинуто 300 кандидатов. До сих пор поступают документы, выдвигаются кандидаты по одномандатным округам. Это как партии, которые уже присутствуют в законодательном собрании, так и новые партии. Борьба наверняка будет серьезная. Ну и между, скажем так, соперниками уже те, которые зарекомендовали себя на политическом поле, и новыми партиями, которые, в принципе, получили шанс пройти в Государственную Думу. Все делается для того, чтобы конкуренция была, чтобы выбор был у избирателя. И активность, которую все вот игроки избирательного процесса сегодня показывают, свидетельствует о том, что выборы будут очень конкурентные и непростые.